В приграничных районах Брянской области работают сотрудники Росгвардии. Идет операция по ликвидации украинских диверсантов. По неподтвержденной информации, в заложниках у неонацистов могут находиться несколько человек. Губернатор Брянской области заявил, что из-за действий боевиков из Украины погиб водитель автомобиля и был ранен мальчик 2012 года рождения в селе Любичане. Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшее. Тем временем ВСУ ведут обстрел поселка Теткино в Курской области.